Возьмите меня, соленый, говорит. Возьмите меня, а, в пати, пожалуйста. Я уже, блядь, несколько месяцев не могу попасть туда. Ты не можешь попасть в целка 25 по бычку, потому что у тебя недостаточный левел. Ты на обычках что делаешь? Имея в виду, когда собирают на квесты на чудовище, шмот не падает или что? Ну, я не знаю, фиг знает. Я даже не понимаю, про что ты говоришь что-то. 25-ки обычки собираются в четверг. На этих 25 обычках можно одеться до 250-го и левела. Это раз. И подниматься от него, какого? До, я тебе скажу, до 10к ДПС это точно. Сколько у тебя сейчас примерно ДПС? Просто мне нужен будет... 6 где-то, может, чуть... Ну, так вот. Где? Сколько? 6? Ну... 6 это очень мало. Ну, я, короче, спрашивал у локов, ну, вот тоже, да, ну, у дастеров, говорят, типа, ну, пока для твоего шмота 6 это нормально. Ну, 6 нормально, а для целка это мало. Там минималка должна быть 9. Ну, ладно, хрен с ним, 8. Понял, понял. Да просто, видишь, не могу попасть на РТ по работе, у меня, ну, работа постоянно. Ну, я понимаю, что я же тоже, как видишь, не всегда могу попасть. Так, все, кто первая, с первой по пятую группу, вы инс полетели. Мы уж сумонимся. Сумонимся. Так, восьмая группа пока на замене. Сейчас я принскрин делаю. Что если буду менять? Соответственно, по первому зову не откликнитесь, замены сойдете. Че у нас по ГБ? Я даже не смотрел еще. Да. Не густо. Голда же есть, но купить же надо. Так. Кто забирал ожерельку? Багровая какая полегче. Ты кому отдал? Кому продал? Амак, надо вспомнить. А по голде, посмотри, должны были ложить. Багровое колье, которое? Да. А, это какой-то Холи Пал забирал. Он при мне надел. Наверное, да? Угу, я понял. Тут кто-то разоряет ГБ, надо, короче, убрать кое-что. Чинилку. А кто там? Слава, наверное, такой чинилка. Да, кто еще? Так, ладно, по бафам, Твинси, МП5, так. Дыкань, а, нет, нет. Я буду прото, наше молоко, этот, как у каски. Маринка, ты кулаки. По всем должен быть, даже на маге. Сейчас танка спекнусь. Скрин сделал, убивать. Можно... Да, принтскрин сделал, можете ждать этого, да. Можете ливать и фармить, если вам надо. Пишешь в чат, я звуков. Угу, я понял. Фармить на зельке для рейдов. Ну, это мы еще доработаем чуть-чуть. Так. Чек на ФК. Там какую-то Саня печать говорил, понерфили. Ну, на ком? На пале. Порчи, походу. Порчи, что ли? Угу. Ой, я не знаю. Била там двойной атакой. Посмотрим сейчас. Эх, помню времена, когда частица света хилила вдвойне. Кого еще на сумон плюс чат? Все в инсте? Задум только вышла тогда. Так, задум тоже здесь. Так, если что, спекнемся. Кулак повара можно? Фулл баф даем. Я же сказал, я буду прописывать сейчас ДПС. Беру почти всех. Пока что.
Ну, вагон один. А там сейчас разберемся. Вагон, который будет потом танчить. Так. Ну, ДК посмотрим еще. А на кого мне вагоны сказать? Так. Все, еще раз чек на АФК. Проверю хилы, танки. Макс танки уже? Нет, а Эдич танк? Да, со мной будешь танчить. Так. Спекнулся. Угу. Марин, кулаки раздавай. Все, погнали. Там потом распределимся. А мы в 5 хилов идем или нет? Пока что да. А где Дима-то? Уехал, что ли, уже? Походу. Ну, ничего не говорил? Ну, у меня вчера не было, вроде. А, позавчера был. Саня? Он вчера был. Он бы мне сказал, он мне сказал, что мага оставит своего. Так, правую ловушку. Активировал ее, готовимся. Всем привет. Здорово. Привет. Ну, сорян. Задумчик, сорян. Вы еще не собрались или уже? Уже собрались, уже очистим трэш. Жди, возможно понадобишься, не знаю. Ловил. Играем через большого. Макс, ну аккуратно. Я... Че, если срываю, то... Он же не таунтится. Ну он не таунтит, ты сорвал его просто, или может просто на пули лифт, да. Задум, не лежи. А, то есть ты его забирал? Да, да ладно, фиг с ним. Я думал, ты Макс сказал, типа забирай. Лилила прохил. Короче, на ходу друида чуть-чуть приодеть. И здесь вторую 25-ку с фугами. Да вон, забирай этого. Там только сокет она избачает. Роги? Кого? Нет, у Мишки. На том же аккаунте. Ну, да, я не хочу. Мы, может, приста приодим. Посмотрим. Тащи следующих, подержи. Так, отъехал, притянешь паука, если пойдет. И не паука. Отлично. Сейчас паука играем. Что вообще игрок как-то не держится, не пойму вообще. Угу. Да, да. Поломать обычный. Давай билку с тебя сниму. Да, ну нормально, бей. Билку на меня повесь, чтобы у тебя таунт постоянный был. Блять, телефон, секунду. Ну что, на репу? Нет. Это она очистит Загрет. Ну,
О, походу агро порезали. Конкретно. Ну, может, вот эта печать, типа, два раза и била, которая у нас... Повиновение, да. Нет? Ну... Говорят, порч. Блять, вторую ловушку кивировал. Через паука играем быстро. Где он там? А, готовьте, блядь. Готовьте, блядь, готово. Большого. Убирай, разворачивай, ночью пошотай. Слугу добили, играем по-большому. Кто зацепил? Ребят, мы не на репо фарме. Играем через большого. Через паука играем. Интересно, починили, не? На земле двое стоят. Починили. Через паука. Очень много чего починили, в том числе и синдра теперь улетает с балкона. Не побежу. В смысле? Типа писали, она теперь летает возле балкона после вейда, а не стоит на земле. А, то есть, ну я понял. Бой садится с намагом. Угу. Ну ничего. Ловушка. Слева. Стоять. Вторую. Молодец. Ага. Хвалю. Прям просто профессиональный. Вообще. Разворачивайся. Я не пойму. Слышь, я, конечно, все понимаю. Отъехал. Если сагрил, разворачивай нафиг от рейда. Это что за балет такой? Я, короче,
Не представляю, а у тебя-то что с агро? Так у меня он с основного болот. Капец, я тебе отвечаю. Нехрен долго ремонт делать. Это, короче, палом вообще. Я сейчас стучу как по пианино. Ну, возможно, с крыльями я бы держал нормально, но... Но это реально бредятина. Что-то мне кажется, ГМ что-то неравно дышит ДКшником и танком. Да. Ну как они ЛПшку тогда порезали? Это не надо живо подходить туда, ребят. Ждем, пока подойдет. По пауку играем. Просто слышишь, первый по агро я видел, Холи Пал был. На большом. Прикольно, да? Так потому что у него низ состоит. У Квинси, что ли? Да. А по лицу? Женщина по лицу бить. Плюшевым медведем. Подушка идет. Да, надо ели. Я, короче, походу удалю спектр танка, сделаю полипало. Буду полипали так. Да вон ретрики рвут агро, нормально. Да, ретрики не рвут агро, я тебе серьезно говорю. Самое напряжное, это рвет товары. Так, ладно. Ходим. Зол, ты на заменишь, да? Да, да, да. Мне бы при возможности на сорфе зайти. Чё ты хочешь? Печеньку? Печеньку хочу. Фиг тебе. В смысле? А-ха. Я по приору сейчас. Рулю на Элема, если шо, печеньки. А, подожди, а Дори есть рейдерс? Нет. Отлично. Джованни есть. А Джованни далеко от меня. А Дгим вот этот. Чего? Дгим Тимедевич. Че, где? Кто? Ну нету тоже в рейде, да, его? Нету. Ну, задумай. Фулан раздали, чекновка. Че ж Джованни? Вилок писал? Да. Вижу, вижу. Где кулаки и где чулан? Чулан, ты этот, фералом? Угу, вижу. Чек еще раз на час. Там, а попри... счет на пол будет? Будет, конечно. Ну, кстати, фласку надо дать пить, потому что... О, да. Спасибо. Отлично. Так, фласку мы тут выпили. Еще раз чек на готовность, бафы проверили все свои. Значит, лил. Налила на пол. Я как-то. Ничего себе. Так, покажи. Лео! Отлипаем. Сейчас все готово, отчет на пол. Воздаяние убрали, поставили от огня. Вафрейм босса, пожалуйста. Геру дали. Чем зайди вафрейм? Да нет, без разницы. По шпам. Кто там? Жимку мне первым. Да, Даша, ты первый. Угу.
На полулок поставить. Давай. В ложах не стоим, кто умеет бить из миличников, бьем. Да не подходи. Зачем? Угу. Фрейм босса. За спину. Твинси, дай подзадуму этот сальву. Секунд не хватило до прожима. Не успевает откат. Да конечно. Так, что там типа. За спину. Оперативней давайте. Сразу же, как вышел с вихря, сразу же за спину. Привыкайте. А, не догнал. О, блин, друг. А кто срез-то делал? Дима. А, смотри, у нас провтыкали срез предыдущей недели, делали двойной на вот этот 4. Знаю. Дима делал. Понял. Нормально. Если да, двойной, то нормально. Вас. Так. О, запах. Макс, вставай слева. Угу, бегу, бегу. Тихо, иди сюда. Череп тяни. По черепу играю только РДД. Черепа играет только РДД. РДД отошли от черепа. От черепа отходим сразу же. Да капец. Они агро рвут, я мама не... Так, что там еще один помощник что ли заагрался? А не, нормально. Близко вниз не спускаемся, ребят. Не спускаемся за ним. Фрейм большой, блядь! Отошли от этих мобов. По черепу РДД сыграли. По черепу РДД сыграли. Отходим, отходим от черепа. Сейчас иду сюда. От черепа отходите дальше. Доливайте оставшихся. Ребят, не надо спускаться. Фрейм у мобов большой. Вообще этот. Че там? Еще что-то есть? Нет, ничего. Я бегу, погоди.
Да, я групповую добычу напоминаю мне ставить. А зачем вы бежите? Там телепорт есть. Не пашу. Че не пашу? Бой был. Сейчас. Сейчас работаю. Так, где ты там бежишь? Далеко? Я тут уже стою. Угу, отлично. Остальных так. Череп тяни. А черепу все играем? Быстрее. Я их вытащу. Стойте, отойдите. Да их-то не надо вытаскивать, нормально. Их там бей и все. Да помощника больше нету. А череп играем быстрее. Воскрешенного сразу же. Пишет не с первого, со второго могу взять. А я с какого на замене? С первого. Так, сейчас я понимаю. А где? Че, мы всех здесь убили, что ли? По черепу РДД играем? Только РДД. Ребятки, мне лишь не подходите. Не подходите, иначе шотнет. Реально говорю, агро набирается, я манал. Вон Дима зашел. Да, он тоже на замене будет, кстати. Забыл, может что-то. Меня поменять, чтобы был танк нормальный. По черепу играем все. Забери этого, верни ток. Любого тут играйте. Так, заберу череп, если что. По черепу РДД. Того милишники убьют, того вытаскивай. Угу, отлично. Молоко не стой под морды. Да, Дим, можно. Если он меня не слышит. Я передам. Опа, забери, забери. Чё-то на меня повесилось. Так, ну что агро строил? Я же тебе говорю, пол агро убрали, капец. Раньше ж помнишь, я ж нормально все держал. Придется при ДД с мотками танчить. Да, надо. Такс. Рыба есть.
Есть, сейчас вставлю. Секунду. Так, сюда, сюда пока. Так. Раз, два, сюда. Так. Держишь справа ничего. Так, раз, два, три, четыре. Пять. Так. Первая, третья играет слева. Вторая, четвертая играет справа. Отъехал, ты знаешь свою задачу. Отлично. Так, соответственно, кроме Фирала и Роги, все играют по мобам. Рыбу ставлю. Фулл баф отдаем, потому что падали много раз. Рыбу кушаем. Чек на готовность. Потому что на тебе висит МК. Так, еще раз скажи, я слева, справа. Вторая, четвертая справа. Первая, третья слева. Я же распределяю, Макс. Так, все здесь. Отлично, все готовы. Чет на пол. По мобам играем. Милишники, у вас еще один моб сзади. Служу, выходим. Контроль. Геру с босса сдиспельнули, отлично. Служу. Мобы 8 секунд контроль. 5 секунд до контроля. Стина, готовься. Я освобождаю тебя от проклятия плоти. Мой верный слуга. Ты не в силах. Так, милишный. Всем привет. Здорово. Контроль далее. Второй раз уже Гера профигарила в босса. В чем проблема? Да он же сразу кидает. Контроль 4 секунды. А у него зеленка, да? Угу. Мобы 3 секунды. Аккаунтов не 25 штук, ребят. Ехал, держись. Милишники, ваши мобы с этим, с маной. Маш Берри отъехал. Контроль. Скифон БР мне отъехал. Дали поставить. Беру. А он меня берет. Геру дали. Чулан БР не отъехал. Баф дали по ДК.
Ясно. Не вовремя стал. Ладно, лежи. Контролем. Стрелу не сбивать, следующий. Служу выходим. Спасибо. Забирай. Служу. Забирай. Контроль. Ребята, если такой контроль будет, это плохо. Для гера служа. Это ж один копилку. Рисаем, идем дальше. Ты ехал, вставай, резнули тебя? Рисую в кашке. Срез. Сходу на хп сбивайся. Вы уже начали, что ли? Дима спрашивает, можно ли махнуться. На тебя, что ли? Да, на орки. Ну, если тебе не надо, можно. Ну, да, я все равно по ничего не вывезу. Я как раз в магазин схожу, мне вот надо. Ну, пусть заходит сразу. Чё? Или ты пойдешь этот на корабле? Да мне ничего не надо, пусть нет. А запад чё? Ну, вот эти вот. Да. Ну, их-то я могу взять. Приоритет танк. Давай их рани, да я пойду. Сейчас у Димы спрошу, он сейчас пойдет, нет? Пехота усмирителя. Занять позицию. Мороженку тебе купить, а обойдешь. Дима зашел. Да, что-то не. А, он тут. Дима. Че ты зап отдашь? Да, 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 да. Приоритет идет там. Сейчас дальнее, погоди. Корабли доскочим. Так. Дим, тут? Так. Перекинь нас, пожалуйста, туда. Мейнспек. Я их перекинул, Дим. Давай обмен.
Ты где? А, вот вижу. Все, спасибо. Удачки вам. Ну я буду, если что надо будет. Да, поменяемся. Да, да, хорошо. Только сейчас один. Так. Там сюда. А чё с Максом? Меняется на Диму. Да я понял, что у меня танк с РБК забрали. Дим, тут там. Давай брать тут. Потому что я агро что-то вообще не держу. В смысле, я так понял, вам ДКшник нужен? Да. Танком. Этот, как его? Рыбу едим, фулл баф отдали. Дайте парашют возьму. Да, я сейчас тоже возьму. Тут постоишь? Да. Я на Мурадина попрыгаю. Ну что, у меня агро вообще не держится. Типа ДПС мощный. Типа агро пропало у паладина. Тебя хрен его знает. Может, да меня... ладно, так и говори, забыл как играть. Может, у меня надо, да, поправить чуть-чуть обдвинной проем ручки. Чек на готовность. Ты в танке, надеюсь? Да. Да, а, да, 4 плюса в пушке. Джованни, Хио, Роми, Лучдан. Так не было ж вопроса, кто сидит. Так, все готовы. Вроде как, все готовы. Очень здорово. Дочери Орды. Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар. Ортрон, слетаем. Надо подождать. Вы видите, что это там вдалеке? Корабль Альянса! Все на палубу! Да, и стоит на трех китах. Сейчас вы ответите перед собой. Китах. На Китае? Служба. Ой, это да ты отчаянный, конечно. Да. Милишники прыгнули, убили мага. Пушки стреляйте по дальним оружейникам, пожалуйста, на свой корабль. Две правые пушки в левых играют, две левые пушки в правых играют дальних. Прыгнули, убили мага. Как бузер удал? Дальних оружейников тоже подбили сразу же. Убили дальних оружейников. И на свой корабль.
Прыгнули, убили мага. Свой корабль. На свой корабль. Прыгнули, убили мага, потом дальних оружейников. На, их только убили. Да пофигу, пусть убивают. Мне не нравится, на свой корабль. Прыгнули, убили мага. Пушки сразу не разряжаемся. Ждем, пока последний покинет корабль. Мага убили, на свой корабль оперативный. Убивайте. Зоил спрашивает, кто-нибудь место уступить ему может на Саурфанге? Не знаю. Он может, наверное. Виталий, Виталий, уступишь место? Мне завтра нужно иметь оттуда. Я только на Саурфанге навалит. За дом. Может, ты слушай. У вас есть лица в рейде? Нету. Я могу похерить. Залетай, иди лутай сундук. Джованни, быстрее. Быстрее. А, вон за дом, да, я так понял, согласен. Отлично. Хорошо. Плюсуй. Шкаф поставьте. Счёты упали. Осколка ни хрена не падает. Че, ни одного не было? Один следил. Я крайне недоволен. Еще суман киньте, за дом был в рейде. За дом выйди, ссылка. Угу, все, вижу. Сумоню. А, так это ты там, короче, приколдовываешь. Злостный демон лок. Я запомнил это. Запомнил. Фулл баф дали по пристам. Первый танчит. Микстурк. Чек на готовность.
РДД по дальнему радио стали, килы по ближнему, как обычно. Каску и дроу баф можно? На пристан. Кулак по варам. Чё там тебе не хватает? Кулака не хватает? Уже прошу 5 минут. Марина? Еще раз чек на готовность. По паладинам кулак обнови. По палам обнови по себе. Наше молоко готов? Отлично. Там Маша задали. Я, кстати, потом спросить тебя за... А в принципе полминуты есть. Смотри, Маша и Далин на одном аккаунте, да? Я знаю. Ты знаешь. То есть они вдвоем были в рейде. Как поступать по этому поводу? Одному человеку начисляется. Это было уже сказано. При начале, когда я привязывал. Если они вдвоем в рейде, начисляется одному человеку. Рок уже бурст промахал. Я бы не позволил чернокнижникам забрать. Таймер нет. Ну смотрите, я буду прописывать ДПС, ребят. Скоро буду от ДПС брать ссылка. Вот и все. Слакающие, извините. Конечно. Мне это уже начинает доедать. Геру дали. Дайте еще одну геру, пожалуйста. Вам точечно, кроме Ферала и Роги, все играют. Бам-бам. Дима, дай бомжей. Бам-бам. Турку прохил, чуть не положили. Почему меня так сильно? Отъехал, бомжей. Чего говоришь? Почему прошило? Не знаю. Бам-бам, играем. Где там слофан?
Чё они на бомжей-то так реагируют, я чуть не понял. Ну раньше времени не давай бомжей. А, ты на первых дал, все понял. Блейданс, готовь бомжей. Забери Дим. Давай бомжей. Пама-бам. Зап. Ура. Мы похороним тебя, как подобает. Да. Рядом с матерью и предками. Нет. Шейп не упал. Портуемся. Открыли уже? На тухлопузо с гнилом мордом. Берем, что? Никогда не отрекайтесь от нее. Что, прописывалось для вас? Меня лагает, что? Алло. Нет, я заскриню. Трех боссов. Буду средний записывать. Пойдем на чумку. Можно портал май. Зачем? А, ты все понял. Да, за дом обратно пойдет. Жалко, конечно, классный был. Ладно. Играем, по-моему, вам не слакаем. Там, если у кого-то упадут ноги кольчужные, не продавайте, Зоил заберет. И мешок кожаный, как он, мифрил или как он там называется? Эфирия. Тоже Зоил покупает. Ты что, миллионером стал, я не пойму? Ну, если ученики продает, когда тебя собирают. Понял. Да, и нормально, аук работает относительно. Ну да, конечно. Браво. Камни перебивает, там по 80 калды ставят. Там можно продавать по 96, по 98. Валькирию сагрили, она заивейдилась. Двигаемся. Повали, играем. На Пагане сейчас забили фиг. Играем по Вале. Значит, сейчас сдохнем. Отдал прожимку, Дим. Все по Валькирии играем. Тём, я пойду в офицерку. Хорошо. Долейте мобов, которые там в свале появились, добиваем Бакуджа. А, понял. Так решили сделать. Мобов слили сначала. Весом.
трупа отойдите под ним лужи. Давай, погнали. Сорфанга ватный брасер. 3 метра Нет. Это с этого с кораблей. С кораблей не упали. Были они, нет? Нет. Тоже понятно. С кораблей счеты, монеты на удачу и на к метке скорости. Ребята, я, конечно, понимаю, что вы там топ-брейдеры, но дайте, пожалуйста, сначала поставить, да, гритянку. Да, засмотрим сейчас. Финит, после пака поставь в шкаф, пожалуйста. Водина в ГБ. Не забываем. Пики. Видите, обмен на две веки, дай. Какой веки? Угу. Поехали. Да, цепляй. Под жопу прелести сразу. Да, сюда отхожу. Под жопу прелести встаем. Все, под жопу прелести, пожалуйста. Сорян. Дим, забери прелесть. Ауешим. Быстрее ауешьте. Отлично. Ауешим. Думаем. Погоди, Дим, погоди. Цепляй. Также под жопу. Далеко можешь не выводить. Под жопу вставай. Встаем под жопу, ребят. Хилить вас удобнее, это раз. Дим, первый дашь. Угу.
Мне. Копии пешечку на него, сразу заберешь что-то. Когда-нибудь упадет. Злодей. Вот он злодей, короче. Вот он реально говорит, а ты, слышишь? Стоим здесь. Здесь стоим. Сейчас получите. Давай, я справа раздетектирую. Ну готовься ловить с ним. Отлично. Где эта ловушка тогда? А, нашел. Можешь бить. Смотри, чем моб бежит на вас. Кто? Не курю. У меня нервы. Мы бы тоже чаще курили, если бы он нас отпускал. Видишь, у меня этот, как его? У меня свобода действий дома. Никто не контролирует, так что ты. Он как Минздрав, видите, ребята, бросаете потихоньку курить. Я ты за вас выкуриваю курить? Сигареты, понимаешь? За рейд у меня уходит пачка. Ты сам будешь или нет, или вдвоем? Да сам подержу. Меня на пуле там нормально. Так, ладно, давайте трехминутный перекурчик, иначе я... Все.